Ну, мне кажется, что это ненормально. Но если это еще девочка была сетинкой, то с тем открытым более животом это на проспекте. Уже... Ну, нельзя девушке танцевать около людей, вот в данном Открыто. Случае открытым, с открытым животом. Это уже, не знаю... Восточные танцы. Не знаю, как в другой стране, я говорю, в частности... В Осетии. В Осетии. Осетинская девушка должна быть скромная. Везде да. и всегда. Знать, как себя вести. Я считаю, что это некрасиво прямо на улице танцевать танец живота. Это как-то некрасиво для осетин. Ну, у нас менталитет другой, как-то... Не знаю, на мой взгляд, это некрасиво. В ресторанах это у каждого свое право. В ресторан пришли отдыхать, а на улице это уже общественное место, и там нельзя такие вещи делать. А реальный танец живота я только видела по телевизору, в интернете, а воочию никогда. Красиво, конечно, очень. Может, у нас с нашим менталитетом это не очень, но в арабских странах, допустим, мусульманских, это даже как-то престижно, наверное, но не у нас. И не в Северной Осетии, к вам офиса. А что там было плохого, реально? Ничего. Мы же привыкли вот так осуждать за спиной. У нас это... Есть у нас вот этот минус у всех. Любим мы пообсуждать, а реально в сердце все любят. И танец живота, и, может, многие нескромность тоже. Мы точно не станцуем. Ну, у них в проспекте же. Где-нибудь на секции танцев. Для сети это некрасиво, да, конечно. Стыдно это, стыдно. Другая культура у нас. Не знаю, почему некрасиво. Наверное, она так хотела и все. Неприлично. После тебя так не принято. Елана, как ты считаешь? Ненормально для осетинки. Потому что это не в нашем это воспитании. У нас не воспитываются так дети. Голопупы ходят когда? О чем тогда еще говорить? Человеку 20 лет, 30 лет, он ходит с голым пупком по городу. Пускай делают то, что хотят, но тогда о морали пускай не говорят, не заикаются. О традициях тоже. Кому что нравится, пусть танцует вот так все. Мне-то что, я не смотрю. Смотрится хорошо, красиво, то пусть танцует, ради бога. Недавно с какой-то арабской страны там смотрел передачу, и там мужчины спрашивают, как вам вот это нравится, что женщины полуголые ходят? Я говорю, мне говорят, как мужчине это в принципе нравится. Ну как мусульманин говорит, мне это не нравится. И можно сказать, что мне как кавказцу тоже не нравится. Ну, как мужчине, конечно, если тело красивое, то, ну, может, не всегда и не везде нужно показывать.